В общем, небольшая кратенькая предыстория. Вчера Маша, выпускница третьего потока, выложила в наш чатик болталку гвоздику. Она сделала цветок. И я сразу же поняла, что это прям Машин цветок, во-первых, 100% по энергетике. И я Маша сделала серьги, а я ей прислала кольцо, гвоздику кольцо. И я понимаю, что в этот момент мне приходит идея о том, что я должна давать девчонкам возможности. Моим выпускницам первый шаг они сделали сами. Они когда-то решились и пришли ко мне на курс. Но у меня такие большие возможности дать им, протянуть им руку, да, и совершить вместе с ними этот второй шаг. Потому что для многих мастеров следующий шаг – это преподавание. Это нормально, это очень интересно. Ученики на своем примере знают, как помогают расти. А ночью, ну я засомневалась, а ночью мне сегодня пришел заказ на 50 красных гвоздик для спектакля «Служебный роман». И, девчонки, ну разве это не знак? Это знак про то, что я иду в правильном направлении, и нужно давать возможность ученицам развиваться. С моей легкой руки очень много цветочниц сделали свои шаги. И я считаю, что счастье, оно в пути. Оно как раз не в цели, а оно в самом пути этого развития. И я рада шагать с вами. Девчонки, будьте смелыми, присылайте свои работы, совершайте нелепые шаги, те, которые идут у вас от сердца. Поверьте, это будут самые лучшие ваши решения в жизни. Так, например, у меня происходит.